Учитель, что вы думаете про Саи-Баба? Хорошо отношусь к Саи-Бабе. Мне нравится Саи-Баба, но мне нравится учение Саи-Бабы. Очень много в первом воплощении, втором. Верю ли я в воплощение? А кто такой, чтобы не доверять или проверять? Для того, чтобы сказать «я не верю», необходимо иметь доказательства. И для того, чтобы сказать «я верю», тоже необходимо иметь доказательства. А я ни при чем, у меня нет ни одних, ни других, поэтому какие доказательства могут быть у меня? Я удивлен, что такой человек существовал. Я удивлен тем, что этот человек говорил. Я удивлен, что у него были очень глубокие познания. Я удивлен, если можно так сказать, его эзотерическим техникам и первого, и второго. В первом случае удивлен, что человек не побоялся, объединил ислам и индуизм. И это было очень необычно, потому что в Раджастане обычно происходили очень тяжелые стычки на фоне того, что существовал тогда ислам рядом с индуизмом, они между собой очень агрессивно вели. А во втором случае, когда человек воплощал что-либо и помогал, и приводил людей к тому, чтобы они выздоравливали, ну, это тоже было удивительно. Мне очень нравится Девраха Баба, я читаю, наверное, лет 11-12 его мантру «Ом Кришна Васудевая Харе Параматманне Паратап Кришана Шая Гувиндая Намнамах». Я точно знаю, что читая такую мантру, человек избавляется от всех клише своей кармы. То есть карма его отпускает, ему становится легче.